Добрый вечер, господин Тимофеев, благодарю, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Я вопросы буду задавать на армянском, а вы, естественно, будете отвечать по-русски. Այսօր մենք խոսենք Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև միջազգային տնտեսական, քաղաքական բարդ հարաբերություններից, կանադառնանք նաեւ post-sovietական տարածաշրջանին եւ մասնավորապես Հարավային Կովկասին։ Եվ այսպես առաջին հարցը ինչպես են արևմտյան բազրա միջոցները ազդում Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Ну, санкции э в отношении России, который с которой мы столкнулись в 2022 году, Прецедентов не имеют, это очень масштабные ограничительные меры, и нет ничего удивительного в том, что они наносят довольно серьезный ущерб нашей экономике. Введены санкции в отношении большого числа финансовых институтов, нанесен удар по экспорту целого ряда товаров в России, в том числе высокотехнологичного экспорта, действуют запреты на российское топливо, российский уголь, российскую нефть на европейский рынок, на американский рынок и так далее. Все это, конечно, неприятно и наносит Но... существенный ущерб. Но вместе с тем объем этого ущерба и скорость адаптации российской экономики к новым условиям оказались более благоприятными, чем мы думали. Так, например, в феврале были оценки о том, что российская экономика может сократиться на четверть. Угу. Потом эти оценки сократились до 8%. Сейчас, по официальным оценкам, падение экономики с учетом беспрецедентных масштабных санкций может составить 4% всего лишь. То есть это тоже неприятно, но это угу. не четверть экономики, это совсем другие цифры. И, конечно, Россия довольно быстро адаптируется. То есть запущены программы импортозамещения в критических областях. Еще быстрее находятся альтернативные источники поставок в дружественных странах uh -huh. вместо тех товаров, которые мы закупали на Западе. Конечно, есть дыры, есть пробелы, которые заполнить сложно, прежде всего по электронике, по лазером по навигационному оборудованию все это придется решать скажем так в более долгосрочном ключе это будет проблемой но оказалось что российская экономика адаптируется быстрее чем ожидалось иск вы знаете, с одной стороны, конечно, то, что происходит в отношении России, неизбежно влияет на наших партнеров, потому что российский рынок для них крупный. И рецессия в России или спад экономики в России теоретически может на них повлиять. Но практически происходит обратная тенденция. Практически все страны ЕАЭС от этой ситуации в такой переходной ситуации в России выигрывают. С одной стороны, резко увеличился объем финансовых услуг, которые банки Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии оказывают российским лицам. Есть приток российских компаний. Это видно хорошо по Еревану. Есть расширение спектра услуг, связанных с этим притоком. Ну и есть еще один важный момент, который, мне кажется, важен для Армении, для других стран ЕАЭС, но который потребует больше усилий. Это освоение российских рыночных ниш, которые сейчас освобождаются после ухода западных наших mm -hmm. партнеров. Эти ниши активно занимают сейчас, например, китайские компании, компании из других. э дружных стран. Но с учётом того, что у нас достаточно благоприятные таможенные условия, сам Бог велел, чтобы наши партнёры по ЕС активнее занимали российский рынок. Э, հիմա այդ սանկցիաների պատճառների մասին, հա, ուկրաինական ճկնաժամը մոտակա ժամանակահատվածում հնարավոր համարու՞մ եք հրադադար ուկրաինական ճակատում եւ ինչպիսի մտեցում կա այս հարցի հետ կապված ռուսաստանում? Ну, конечно, мы как... С человеческой точки зрения мы все хотим, чтобы огонь прекратился как можно быстрее, потому что гибнут люди и с обеих сторон, и мирные жители, и военные. С политической точки зрения я пока не вижу предпосылок для прекращения огня. Позиции сторон расходятся довольно серьезно. И я не вижу каких-то условий, при которых может быть достигнуто соглашение. И даже если оно будет достигнуто, оно вряд ли будет устойчивым. То есть оно же должно быть выполнимо, его нужно выполнять. Mm -hmm. И с этим тоже могут возникнуть проблемы, потому что мы помним минское соглашение, Минск-2 так называемый, когда оно было достигнуто, но фактически работало очень плохо. Mm -hmm. И еще один важный момент. Даже если это соглашение будет достигнуто, это не означает, что будут отменены санкции против России. То есть санкции ⁇ это то, с чем нам придется жить годами и десятилетиями. Мы честно об этом говорим с нашими друзьями и партнерами, мы ничего не скрываем. Но мы вместе с тем энергично адаптируемся к новым условиям, мы пытаемся создать условия при которых работа с нами в Армении, Белоруссии и других наших друзей будет максимально защищена от действия санкций. В частности, это расчеты в национальных валютах и финансовые инструменты, которые позволяют нам независимо от третьих сторон торговать и осуществлять финансовые транзакции. Айցինքան դուք կարծում եք, որ եթե անկան պատերազմը դադարի Ուկրաինայում, ապա Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները չեն վերադառնալ մագարտակին ինչ կար Պետերվալի 24-ին, հա? Միչև Պետերվալի 24-ը։ Я думаю, что уже не могут. Э, к добру или худо, мы живём в новой реальности, и даже если нам удастся прекратить огонь на Украине и будет достигнуть какой-то Краткосрочный, долгосрочный, дипломатический mm -hmm. консенсус. Мы уже не вернемся к тем отношениям, которые были до 24 февраля. Они требуют кардинальной перестройки, и те принципы, на которых они работали ранее, уже, к сожалению, mm -hmm. работать не будут. Какие перестройки? Ну, я думаю, что мы вошли в период долгосрочного соперничества с Западом. Mm -hmm. И в логике этого соперничества и сдерживания, в том числе военного сдерживания, мы будем жить очень долго. Но я думаю, что рано или поздно более ясно о себе дадут знать прагматичные интересы и на стороне Европейского mm. Союза, США, и на стороне России. То есть вот этот процесс обрубания всего и вся, экономических связей, человеческих связей, он рано или поздно затормозится, а может быть и остановится. И останутся какие-то карманы сотрудничества. В общих интересах, в которых мы сможем вместе работать. Ну а так Россия, конечно, очень серьезно переориентируется на восток, на сотрудничество с Китаем, на сотрудничество с Индией. Ну, я уже не говорю о э, работе с нашими друзьями по Евразийскому экономическому союзу. Это новая холодная война или нет? Вы знаете, э, хороший вопрос. Это новая холодная война, потому что э, и она очень сильно отличается от того, что было раньше. В ней нет такого идеологического заряда, как какой был при, так сказать, советском. в советском советский период тогда были, были две идеологии, но она гораздо более жестче. И э, все-таки мы э, в ту холодную войну э, после Карибского кризиса угу. постепенно шло улучшение отношений, а сейчас э, идет ухудшение. И пока мы не достигли этого, дна этого ухудшения. Ну, когда-нибудь, э, я думаю, что это произойдет. Я думаю, что есть большой риск того, что военный конфликт э, затянется. Э, даже если удастся достичь каких-то режимов прекращения огня, они могут оказаться неустойчивыми, и конфликт разгорится снова. Слишком велика интенсивность этого конфликта. И есть прецеденты, современные уже, например, сирийский прецедент, угу. когда конфликты затягивались ну, фактически на десятилетия и более. Я боюсь, что мы можем столкнуться с этим риском, есть к этому все предпосылки. Что касается столкновения России и НАТО, то вероятность этого пока не велика. Но сбрасывать ее со счетов нельзя. Она существует. Потому что, несмотря на всю осторожность, которую проявляет и НАТО, и Россия к рискам эскалации, возможны инциденты mm -hmm. на море, в воздухе. Возможно, непреднамеренная эскалация. Возможно, неверная интерпретация тех или иных шагов. Ну и потом НАТО... Тоже все-таки разнородный очень институт. Есть страны, которые настроены более агрессивно в отношении России. Ну, мы хорошо знаем эти страны. Есть страны, которые разделяют общую линию, но не хотят вовлекаться mm -hmm. непосредственно в противостояние. Поэтому вот именно касательно России и НАТО риски открытого военного столкновения пока не такие большие. Но э, они есть, и к этому надо очень серьезно относиться. Չինաստանի մասին, որքան հերո կարող է գնալ Չինաստանը Ռուսաստանի ցուցաբերող աջակցության հարցում, արդյոք կարելի է խոսել Մոսկվայի եւ Պեկինի միության ձևավորման հնարավորության մասին դաշնակցային։ Китай ведёт очень осторожную политику в отношении сложившейся ситуации, и я думаю, что нам нужно к этому относиться с пониманием. То есть, э, ну, Китай не бросается, что называется, головой в омут։ очень тщательно оценивает ситуацию. Но с другой стороны, мы видим поддержку Пекина в оценке конфликта. Не в том, что он полностью поддержал позицию Москвы. Но, например, Пекин в отличие от многих других стран видит ответственность НАТО и Запада в сложившейся ситуации. То есть, да, есть ошибки на стороне России, но не только Россия mm -hmm. виновата в сложившейся ситуации. Это, скажем так, взаимный процесс. Ну и мы видим, что сотрудничество России и Китая углубляется. Осторожно, медленно. Я думаю, что более активно пойдет процесс на уровне экономического сотрудничества. Китай уже сейчас является ключевым нашим торговым партнером. Что касается союза, то я не думаю, что у нас будет жесткий союз. Ни Москва, ни Пекин сейчас не заинтересованы в том, чтобы жестко себя ограничивать и вешать на себя стратегические угу. обязательства. Но партнерство действительно беспрецедентное, оно будет углубляться. Особенно в свете нарастающего кризиса и соперничества в отношениях. ս շահի ու Կիտայը Հիմա վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Որքանով է այսօր Թուրքիան կարևոր Ռուսաստանի համար, պատրաստ է արդյոք Մոսկվան զիջումների գնալ Հայաստանի հաշվին, օրինակ Անկարային, եւ հանուն այն բանի, որ Թուրքիան Պապանի ներկայիս կուրսը, որը հիմա վարում է Ռուսաստանի հետ կապված, եւ օգնում է նրան շրջանցել պատժամիջոցները։ Но я начну с конца отвечать на этот вопрос. Я думаю, что в ущерб Армении и своим союзникам Москва отношения с Турцией выстраивать не будет. Потому что наши отношения долгосрочные, и у нас сложился очень высокий уровень доверия, исторически и с учетом текущей ситуации. Поэтому я исключаю какие-то уступки ради того, чтобы что-то получить, какие-то ситуативные выгоды, тем более за счет Армении и наших союзников по УДКБ и партнеров по ЕАС. Другое дело, что Турция крупная экономика, uh -huh. Турция не присоединилась к санкциям против России. Турецкий бизнес довольно активно работает на нашем рынке, в том числе занимает различные рыночные ниши. Турция стала большим хабом транспортным, с учетом того, что фактически закрыт доступ mm -hmm. российских самолетов в воздушное пространство Европы. И в этом плане роль Турции, конечно, велика. Но это же тоже в интересах Турции. То есть развитие этого сотрудничества не требует уступок со стороны Москвы. Все же это делается, все это приносит прибыль Турции, mm -hmm. повышает ее благосостояние и Престиж на международной арене. Поэтому от Москвы это не требует каких-то уступок. Я уже не говорю о каких-то уступках, которые коснутся Армении и наших э, союзников. И, конечно, нужно понимать, что э, все-таки сотрудничество с Турцией, оно очень многомерно. Есть вопросы, по которым у нас есть довольно серьезные расхождения. Турция все-таки крупный э, военно-технический партнер Украины. У нас не везде совпадают позиции по сирийскому вопросу. Турция член НАТО. То есть все эти вопросы тоже нужно держать в уме, поэтому тут нужен очень нюансированный взгляд. Но я еще раз подчеркну, что жертвовать или вредить интересам Армении и наших союзников в отношении с Турцией и Россией не будет».

Да, конфликт затрагивает территорию России уже, и мы знаем, что обстреливается и Белгородская область, и Курская область, и Брянская область и так далее. Но все это пока не требует помощи наших союзников. Конечно, в Москве приветствуют то, что союзники не присоединяются к санкциям, mm -hmm. что, в общем, их позиция по этому очень сложному вопросу отличается взвешенностью, сбалансированностью и прагматизмом. То есть я думаю, вот это в Москве оценивать, но настаивать на том, чтобы значит, союзники по ВДХБ сейчас предпринимали какие-то усилия, которые в общем-то избыточны, угу. тоже смысла не имеет. Нам достаточно того, что у нас есть общие институты, которые приспособлены для решения экстремальных ситуаций. Если эта ситуация в России возникнет, я уверен, что наши союзники нам придут на помощь, так же как и Россия. В общем, тоже помогает и готовы свои обязательства выполнять. А также Москва хорасни интеграция не атомашира, но актером, а это Карочи Мечнегра Веллов, Нориер Кернелов и Нагадарбей Джанусбекстан. Тогда это я просто плане могу вам пошвировать на руки сиротчака. Я думаю, что на второй план они не отошли, потому что все-таки наше экономическое сотрудничество в рамках ЕС — это отдельный вопрос, который мы не увязываем с нашей политикой в отношении Украины. Это отдельная область. Mm -hmm. Мне кажется, что сейчас в Москве с осторожностью, да не только в Москве, это, я думаю, консолидированное решение и, и, и Еревана, и, и Минска, и Бишкека, и Нурсултана, mm -hmm не форсировать резкое расширение числа членов ЯС. Все-таки нам нужно идти прежде всего вглубь, усиливать качество интеграции, с тем, чтобы не наступило разочарование в уже имеющихся странах членов, чтобы были ощутимые выгоды для Армении, для других стран. Если нам удастся добиться устойчивого качественного углубления, тогда уже предпосылки возникают для включения других стран но вместе с тем двери для них мы конечно тоже не закрываем ведутся консультации с другими странами есть же промежуточные формы есть форма зоны свободной торговли mm -hmm. есть различные партнерские форматы которые позволяют протестировать интерес новых вот партнеров к членству в Евразийском экономическом союзе

Какую-то политическую волю, но и свои mm -hmm. ценностные ориентации. Москва выступает за то, чтобы этот мир был многополярным, себя она видит в качестве равноправного партнера всех остальных, ну, в качестве ответственной державы вместе с тем. И я думаю, что понятие суверенитета и независимости ключевое для внешнеполитического мышления Москвы. И сегодня, исторически тоже. Каждая страна имеет право жить так, как она хочет, формировать тот уклад, который ей присущ и выстраивать те институты, которые она считает оптимальными для своей политики, для своей экономики. То есть, да, необходимо углублять и развивать международное сотрудничество, но не в ущерб другим. То есть это не должна быть игра с нулевой суммой. Я думаю, что Москва добивается именно такого мирового порядка. Это очень сложный и длинный путь. И я думаю, что э, тут нужно еще держать в уме, что старый мировой порядок, вот такой пост-биполярный пост э, с доминированием США, он уходит в прошлое. Мы сейчас вступили в этап очень э, серьезных и мощных э, таких турбулентных времен которые будут сопровождаться возможными военными конфликтами mm -hmm. и обострением тех или иных противоречий, нам нужно быть готовыми к этому и держаться наших старых друзей проверенных временем. Я Артек русастана ир Вы знаете, я, я не думаю, что сейчас внешнеполитическое мышление Москвы определяется старыми такими понятиями, как сфера влияния и так далее. То есть нам приписывают это, что вот империалистическая Москва и так далее. Но, конечно, любая нормальная страна хочет, чтобы у нее было дружественное окружение. Хорошо, не хочешь дружить, ну давайте быть нейтральными в отношении mm -hmm. друг к другу. Но когда появляются, скажем так, вблизи границ государства откровенно враждебные, на которых размещается инфраструктура зарубежных блоков, которые тоже враждебны России, и возникают вызовы безопасности, и нет желания как-то каких-то компромиссов находить, когда нам твердят одно и то же, что нет, вы значит, должны с этим смириться, то, конечно, возникают проблемы. То есть Москва хочет не 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 столько иметь какую-то сферу влияния в плане того, чтобы подчинять своих соседей mm -hmm. и так далее, а чтобы это были дружные или хотя бы нейтральные страны. Я бы так это сказал. На этом мы завершаем. Спасибо за интервью. Аргель Герустадитог Нет, сейчас не ворачиваем куренка, ленка, русастанем, сейчас гейн, арсери, хортиц, лагра, интонолен, Иван Тимофевич, Кандипенко.